Экзаменационная пора для котласских школьников стартует 26 мая и продлится до 1 июля. Массовые экзамены по математике и русскому языку в 9 и 11 классах пройдут в городе 30 и 31 мая, а также 6 и 9 июня. Самый популярный у выпускников предмет из дополнительных – обществознание. Его выбрали 59% 11-классников и 49% учащихся 9 классов. На втором месте – физика, информатика и география. Из новшеств в этом году, чтобы получить аттестат, 9-классникам необходимо заработать положительные оценки не только по обязательным школьным дисциплинам, но и по предметам по выбору.